Привет, ребята! Сегодня я вам покажу, как с помощью маленького яблочка нарисовать очень необычный рисунок. Итак, сегодня мы с вами рисуем баночку с вареньем. Берем простой карандаш и начинаем рисовать. А теперь берем ножницы и вырезаем нашу баночку. Баночка готова. Давайте закрасим всю нижнюю ее часть оранжевым цветом. После этого кладем на палитру желтый и красный цвет. Берем половинку яблочка, макаем в один цвет и делаем отпечатки. Следом макаем в другой цвет и делаем отпечатки. Теперь берем тоненькую кисточку, черную или коричневую краску и дорисовываем нашим яблочкам семечки и палочки. А теперь нам нужно украсить крышечку. Берем ватную палочку и ставим на крышечке вот такие вот точки. Их можно сделать разными цветами. Обводим крышку по контуру черным фломастером. Когда наша работа высохла, мы добавляем еще одну интересную детальку. Вот такая баночка с вареньем у нас получилась. Давайте вместе пофантазируем и сделаем совсем другую баночку с вареньем. Рисуем карандашиком новую баночку, добавляем вот сюда этикетку, на которой мы будем писать название варенья. Снова вырезаем нашу баночку. Сначала украсим крышечку нашего варенья. Теперь обведем этикетку. А на этикетке можно написать название варенья или какие угодно пожелания любимой бабушки. Ватной палочкой рисовать любые ягодки. У меня это будет красная смородина. А дальше мы можем также делать отпечатки яблочка. Тоненькой кисточкой добавляем детальки. И теперь добавляем на крышечку яркую ленту. Вот такие замечательные баночки с вареньем у нас получились. Всем пока, скоро увидимся!